Как заявила министр юстиции Вероника Михайлов-Морару, реорганизация предполагает урезание полномочий ВСП и трансформацию ее в кассационную инстанцию, что сократит число дел в производстве инстанций. По словам министра, будет сокращено число судей ВСП с 33 до 20. Из них 11 будут представителями судебного корпуса, а 9 из других профессий – адвокаты, прокуроры, профессура. Господин Павловский, ваша экспертная оценка такого решения вопроса? Знаете, я не хочу быть бабой-ягой, которая всегда против. Но надо сказать, что искусственное снижение дел на рассмотрение Высшей судебной палаты как самоцель – это совершенно порочный подход. Мы должны снижать количество дел в Высшей судебной палате, но только за счет повышения качества судебного рассмотрения, чтобы не давать людям оснований, поводов для обращения в вышестоящую инстанцию. То есть вы, уважаемые судьи, работайте качественно, тогда адвокаты не будут писать. А если же вы ошибаетесь, совершаете злоупотребление направо-налево, а потом искусственно снижаете возможность обращения в Высшую судебную палату, что это значит? Это значит, что вы лишаете людей одного уровня протестования и тем самым открываете им прямую дорогу в Страсбургский суд. То есть то, что раньше рассматривалось и исправлялось иногда Высшей судебной палатой, теперь должны будут люди обращаться в Страсбургский суд. И, соответственно, число обращений в Страсбургский суд возрастет. И результат они достигнут диаметрально противоположный тому, на который они рассчитывают.